Разрешите представиться. Вениамин, сотрудник Москонцерта. Милая моя, вы созданы для сцены с такой внешностью. Бюст, профиль, ножки. Ой, вы должны спеть. Я ворона, я ворона, я ворона. Это будет шлягер, милая моя. А что у вас во рту? Вам все время что-то мешает петь. Рот закрой. Ты белка, а я мексиканский тушканчик. Раз ты белка, может, орешками угостишь? Что? Не прикасайтесь ко мне! У вас женщины! Эти плохи! Что ты сейчас сказал? Эти... О, о нас говорят! Все, Бобик сдох. Ой, не нравится мне все это. Нет, я сбегу, точно сбегу. Внимание! Странным образом исчезают предметы, имеющие огромную ценность для всего человечества. Катастрофа! Катастрофа! Сигнал получен с темной стороны Луны. Новость о полете белки и стрелки в космос мгновенно облетела весь мир. Блог, что ли, завести? Хоть будет с кем поговорить. Русские наступают! Это космонавт Вениамин. Узнали меня, да? Я все верну государству, все 25%. Плохо тебя отец порол, а ну иди сюда. Пушок, ты куда? А мне кино нравится. А мне кино нравится. А мне кино нравится. Мне кино нравится. «Белка и стрелка. Лунные приключения» с 6 февраля в кинотеатрах. Пушок, лови! У президента в доме летают тарелки! А нам, похоже, ловить вообще нечего. Пушком пора кончать. Вот так! Или вот так! Вы ведь в цирке работали. Гастроли, за граница. Да мы дальше Тамбова и не выезжали. Алло! Милиция! У меня часы пропали. Пропал стратегический бомбардировщик, пропал целый авианосец. Луноход? Какой луноход? Да кто про него не знает? Смотрите с 6 февраля в кинотеатрах.